Полет из Иркутска в Усть-Кут прошел благополучно, а вот посадка в пункте назначения была нештатная. Хотя 47 пассажиров самолета Ан-24, скорее всего, об этом даже не догадались. Но спецкомиссия уже начала проверку. По одной из версий, у воздушного судна сегодня отказал один из двигателей. И это еще только предстоит проверить. Главное, что в результате инцидента никто не пострадал.